С 2020 по 2022 год я работал руководителем аналитической службы Евгения Викторовича Пригожина в городе Санкт-Петербург. Мой внутренний номер закрытой связи 983. На сегодняшний день я являюсь первым заместителем корпорации развития Донбасса. Каждый день, уже на протяжении 8 месяцев, я работаю в прифронтовом городе Донецке, хотя и не держу в руках оружие. Сегодня настал день, когда мне впервые необходимо, жизненно необходимо выступить публично о моей работе у Евгения Викторовича. Я не профессиональный журналист, поэтому я написал для себя текст и сейчас его зачитаю. Евгений Викторович, за 2 года плотнейшего общения с вами я узнал и ваши принципы жизни, и вашу внутреннюю идеологию. Это не то, что вы притворно льстивым голосом рассказывали многочисленным журналистам в интервью и даже личных беседах. Это не тот пафос, который вы льете через свои ТГ-каналы и записываете аудио. Это та правда, которую знают лишь люди, работавшие под вашим началом. И идеология у вас одна – страх. Страх и обман. Единственное ваше искреннее желание – это власть, безраздельная и абсолютная. Каждый из нас, работавших на вас, знает, за любую провинность, за любую не вовремя высказанное возражение можно пойти к учителю. Это палач, который пиздит тебя в подвале и вам отправляет фото, а вы решаете, добавить или достаточно. Уволиться от вас нельзя, это крепостное право, где только вы вашим решением решаете, может ли человек от вас уйти и на каких условиях. Страх и только страх. Такой патриотизм вы несете нам на своих штыках. Ваш идеал – военный коммунизм. Мы это неоднократно с вами обсуждали. И возбуждает вас в нем больше всего расстрелы. Разумеется, на благо Родины. Но только решать, кого расстрелять будете лично вы. Закона нет. Только ваше мнение и ваше решение. Экипажи вертолетчиков не дадут соврать. Вы уже начали это делать. Евгений Викторович, за вами нет правды. Цель моего видео одна – показать вашу истинную суть людям, бойцам ЧВК, воинам, всем, кто его посмотрит. Вы пытаетесь залить Россию кровью в своей гордыне. Я говорю все это не прячась и готов обсуждать все это публично, чтобы показать, только одно показать. Евгений Викторович, за вами нет правды.